Тетя Песя, а вы знаете, что у вас сосед Бора, который живет над вами, он таки не еврей. Софочка, откуда ты это взяла? Ну, я вам так скажу. Эту новость я не из пальца высосал. О, Фима, привет, как дела? Все, решил альпинистом стать. В смысле? Что ты, купил себе снаряжение, наверное? Не-не-не, пока я на ключах поменял кольцо на карабинчик. Мужик приходит с работы поздно вечером, открывает бар, достает бутылку коньяку, значит, ставит рюмочку, так налил, только брать. Жена: значит так, я тебя предупреждаю, если хоть каплю выпьешь, секса не будет. Он так сел, уставился на эту рюмку. Она: ну, и о чем ты сейчас думаешь? Да вот думаю, что лучше, 12-летний коньяк или 50-летняя истеричка?